Торговля продукцией агропромышленного комплекса республики на электронных площадках поможет производителям выйти на новые рынки сбыта. Развитие интернет-торговли сельхозпродукции обсудили на круглом столе в Госсобрании республики. Урожай текущего года в республике составил почти 4 миллиона тонн, или на 500 000 больше, чем годом ранее. Выгодная продажа нового урожая сейчас важная задача. Не секрет, что цены в последнее время снижались. Это ставит ряд хозяйств на грань рентабельности. Региональные законодатели считают, что электронные торговые площадки, наряду со строительством новых перерабатывающих мощностей, способны решить проблему реализации зерна. Через интернет мы можем выйти непосредственно на потребителей. Здесь речь идет не только о, скажем, растениеводческой продукции, а животноводческой. Вообще надо сказать, что любой товар, который произведен в Республике Башкортостан, должен находить своего покупателя через электронные сети. Это касается дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, других регионов Российской Федерации. Необходимы средства для поддержки наших сельчан. То есть, если будут деньги, если будет производство живо, то тогда республика будет получать дополнительные рабочие места, налоговые поступления и так далее, и так далее. В работе круглого стола приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, а также представители производителей. Они договорились вместе выработать механизм выхода аграриев на интернет-площадки, чтобы нарастить продажи, прежде всего, на экспорт.